В Донецкой области впервые за месяц работали грады. Артиллерийскому обстрелу подверглись поселок Старогнатовка и село Новая Марьевка на юге Донеччины. Есть попадания в жилые дома. Информации о пострадавших на данный момент нет. Снаряды тяжелой артиллерии приземлялись и вблизи Гранитного. Также в минувшие сутки неспокойно было в районе Донецкого аэропорта. Под огнем Авдеевка, Пески, Спартак и Опытная. Перестрелки происходили и вблизи Горловки, Марьинки, Жабичева, Тельманова и Широкина. В Луганской области звуки взрывов и выстрелов слышали жители Счастья и Сокольников. Неизвестные взорвали тепловоз в Луганской области. Травмированы двое железнодорожников. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД на Донецкой железной дороге. Взрыв произошел в 7 часов утра на перегоне станции Шипилово-Сентяновка. Это территория неподконтрольной Украине. Взрывное устройство сработало в момент движения двух маневровых тепловозов. Один из них сошел с рельсов. Сейчас движение поездов на этом участке приостановлено. Правоохранители уже назвали инцидент диверсией.